Сегодня в Красно-Читайский район прибыл министерский поезд. В его составе специалисты республиканских министерств и ведомств. В ближайшее время они будут встречаться с жителями муниципалитетов, отвечать на их вопросы, принимать обращения. В правительстве надеются, что такая форма работы сделает диалог власти и общества еще более конструктивным. Сегодня у нас вот такой большой десант в рамках этих мероприятий. Сегодня приехали к вам узкие специалисты. Узких специалистов, таких как детский нефролог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, онкомамолог, в больницах не хватает, особенно в сельской местности. Чаще всего приходится ехать в столичные больницы, а это всегда отнимает много сил и нервов. К радости жителей Красночитайского района, сегодня специалисты республиканских медучреждений приехали к ним сами. Чаще когда? Натощак. Кардиологу мы записаться приехали. Попали в первую очередь, потому что очередь занимали первую. И очень хорошо принимали. А то надо было нам в Чебоксары ехать. В Чебоксары мы 2-3 раза ездили. Очень тяжело, очень дорого. Очень благодарна за то, что кардиолог приехали. Пришли мы сегодня на прием к нефрологу и к невропатологу. Вот мы хотим сказать большое спасибо за сегодняшний прием, потому что с двумя детьми в Чебоксарах в автобусе вот, в жаркое время еще вот, с работы отпрашиваться, когда не всегда было удобно. По словам врачей, это далеко не первое мероприятие. Сегодня погода располагает, а пациенты доброжелательные и приветливые. Отклонений от графика приема нет. На целый день у нас запись расписана. По нашему списку 10 человек, но сейчас еще в регистратуру подходят, записываются. Никому не отказываем. Подобные мероприятия необходимы, потому что не у каждого человека, проживающего в районе, есть возможность попасть к узкому специалисту у себя на месте. Следующей станцией министерского поезда была деревня Хирлукасы. Здесь открылась дорога переходного типа. Это событие не омрачил даже дождь. Местные жители решили, что он к счастью. В открытии дороги принял участие и глава Чебоксар, председатель правления Совета муниципальных образований Чувашии Леонид Черкесов. Он приехал, чтобы обсудить с коллегами задачи, стоящие перед местным самоуправлением. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.